Тысячи рублей детям в войне. Это вот люди, которые в 50-е годы прошлого века страну подняли. Это получается в месяц сколько там? По 83 рубля? 7 килограмм моркови. Да. Вы понимаете просто, вот какой позор просто, да, что люди, которые, да, вот эти чиновники, имеют деньги на бизнес-джетах, я извиняюсь, в Европу летают, как бы, да, выходные чпокаться, они определяют сегодня 83 рубля детям войны. Вот, пожалуйста. Вот конкретно, да, что у нас сегодня в реальности происходит. Все мы понимаем, что деньги с неба не падают. Люди, имея миллиарды, понимаете, да, они сегодня определяют им, вот детям, 83 рубля вам хватит и достаточно.